Приветствую, друзья, на канале Дальний Путник. Ну и у меня опять же эксперименты по быстрой кухне с этим чудом гриль. Запускаем наш инвертор. А пока он греется, я расскажу, что хочу делать сейчас. Так, в этом видео мы будем пробовать жарить картофель с сосисками. Ну и морковку заодно. Просто мне вот было просто интересно, есть ли такая возможность и что с этого получится. Рецепта как бы никакого у меня нет. Сначала беру, просто вот нарезаю, буду стараться одинаковой ширины картофель. Вот морковку также порежем. Что у нас по времени? 16:41, но думаю, плюс минуту я уже о том говорю. Так, какая толщина? Замало. Надо, чтобы не особо было... Ничего, все протерто. Не особо было тонкое. Ну, я уже прогадал это 100%. Поэтому вот этот кусочек не пойдет, я думаю. Этот мы перережем на две части. Ну, то есть... Два раза ножом, вот три части получилось. Морковку, думаю, наполовину. Доточку лучше было бы взять. Это опасно так резать. В чем загвоздка, что ну, нужно ровно все это сделать? Потому что, если не ровно, я же хочу положить и сверху еще накрыть. Если будет неровно, то что толще нарезано, то не прижмется, а то, что тоньше, просто верхняя часть не пристанет. Значит, что еще дальше думаю? Поперчить. О, зеленым светится, уже нагрелось. Быстренько, значит, перчим. Надо бы еще щипцы такие взять, знаете, вот так раз взял и положил. Дальше сосиску надо. Надо сосиску, перережем ее на две части. Думаю, одной штучки хватит. Это на потом. Потом соли немного. Ну, я люблю соленое вообще-то. Посолили. Так, подсолнечное масло пролили. Ух ты, шо! Многовато. Еще капельку, чтобы под крышкой не было много. И надо бы перемешать. Берем вилочку. Теоретически можно и без этого всего. Еще поперчу. Ну, без масла. Но я думаю, тогда может пристать. Хоть в инструкции вообще не должно, потому что там должно быть очень хорошее тефлоновое покрытие. Но я остерегаюсь, как бы для начала. Блин, надо было для эксперимента все-таки один кусок не мазать без оливки, чтобы было. Ну что, начинаем. Помните, время было 40 минут. Я опять же не подложил. Так, ну что ж, прошло 5 минут после того, как... Да, 5 минут, как мы... заложили. Ну, интересно взглянуть. Так, ну я думаю, сосиски уже готовы. Надо бы аккуратно перевернуть. Так, сосиски точно уже готовы. Теперь, думаю, картофан перекинем.
Итак, после того, как я перевернул, прошло 10 минут. Мне надо какую-то пробу снять. Пускай будет вот это. Так, кусочек отрежем. Знаете, на запах, как вам объяснить, как будто бы в фольге картошину взять и в углях запечь. Вот такой же запах природный. Так, ну что же на вкус? Как всегда, мне соли маловато. Ну а что же у нас морковка? Сейчас попробуем морковку еще. Такая вот она мягенькая. Да, очень мягенькая. Еще бы перчика. Да, очень вкусный запах. Жаль, что через камеру это нельзя показать. Горячо. Ну, соли нужно было просто больше добавить, ну а перца я наперчил конкретно. Так, сколько у нас этого получится еды? Порция, я бы сказал так, не очень-то и большая. Но если быстренько перекусить, самое и то. Ну, просто нужно где-то на 5 минут дольше готовить картошку. Но тогда можно побольше кусочки, ну, где-то в 2 раза толще делать. Ну и, соответственно, будет в 2 раза больше картошки. Ну, все. Всем пока. Подписываемся, ставим лайки и пишем в комментариях ваши предложения.